Не совсем так. Море – это часть мирового океана. Вода в нем соленая, а Байкал пресный. Вот послушайте. Находящееся рядом с Иркутском озеро Байкал – самое глубокое озеро планеты. Воды здесь больше, чем во всех великих озерах вместе взятых. Обычно озера долго не живут, 10-15 тысяч лет и заболачивание. А Байкалу более 25 миллионов лет. А выглядит он как новенький. Его вода уникально прозрачная. Дно видно на глубине до 40 метров. А все потому, что Байкал чистит микроскопический рачок. Байкальская эпишура. Не ищите ее в других озерах мира, не найдете. Байкальская эпишура водится только тут, как и еще тысячи видов подводных животных. Здесь вы можете поймать 27 видов рыб, которых больше нет нигде в мире. И только здесь можно встретить пресноводного тюленя, байкальскую нерпу. Озеро Байкал – природное чудо света. Какая первозданная красота! Ни души! Ой, а кто это там прыгает? Помогите! Помогите! Спасите! Ему явно требуется помощь! Помогите! Шаролет! Снижение! Команда СОС! Ну-с, спасенный вы наш! Что вы можете о себе рассказать? Я... А кто я? Не помню. Ах, это склероз. Держи брабериску. Или брабариску. Брабер. Вспомнил! Я Бабр. Бабр. А дальше не помню. Бабр? Тот самый? Что ж, теперь понятно, почему он такой странный. Вообще-то Бабр – это амурский тигр. Долгие годы он был геральдическим символом Иркутска. Однажды некий чиновник готовил документы на утверждение герба и ошибся. В слове «бабр» написал вместо «а» «о». Император Александр II, не глядя, подписал бумагу. Пришлось геральдическому тигру стать бобром, вернее, смесью тигра и бобра. И герб Иркутска стал выглядеть вот так. Ой, а где же Бабр? Как где? Тут? Мне срочно нужно вернуться на работу. Мы тебе поможем, правда, друзья? Знать бы как. Шуткаль, он с герба сошел. Ну-с, друг мой геральдический, как вы сюда попали? Была гроза, молния тыдыщ, об камень пыдыщ. А дальше... Не помню. Судя по навигатору, он упал на какой-то шаман-камень. Я слышала про это место. Шаман-камень – это заповедная скала. Здесь живут могущественные духи. Здесь шаманы проводили обряды и просили у духов помощи и защиты. Помочь Бабру может только магия. Бабр вернулся на геральдическое поле. У нас получилось! Ура! Ура, друзья мои, ура! Пора и нам во свояси. Может, лучше на море? На море!